такой термостат. Сюда накладывается вот на эту пластину. Смотрите, намазывается. Что здесь внутри? Здесь парафин. Парафин, да. Угу. Ну, просто это идет такая тепловая подушка. Подушка, да. И у нас как бы получается два в одном. То есть оно идет длительное прогревание. Вот здесь намазывается между пленками грязь. Угу. Вот эта пленочка позволяет проходить всем микроэлементам. И накладывается на любой участок тела. Угу. На любой участок, где нужно. Потом это вытирается, даже не смывается. Угу. И потому что все микроэлементы еще должны подействовать. Мы говорим, чтобы час-полтора не смывали. На водные процедуры. Мы так и записываем даже, чтобы водные процедуры. Она, в принципе, вот так вытирается и ничего не остается. Угу. Потому что она проходит именно тоненький слой, не сама грязь. А электрогрязелечением не делается, чтобы... Есть такой метод грязи фонофорез, очень хорошо действует на суставы, но мы делаем иногда, но как-то он не очень широко. С помощью прибора лифтон или что-нибудь? Да, да, у нас лифтон. Да. Скажите, а просто парафинозакрытый гатты как вы не делаете? Делаем. У нас тоже есть парафин. Да, у нас есть парафин, если нужно, мы разогреваем парафин. И тоже ложим такими же пластинами. То есть грязи могут быть кому-то все-таки противопоказаны. Тогда да, не вопрос. Если нужно парафин, мы его можем. Из своего рода лицевого лечения. Да, да, да.